Ленин? Кто такой Ленин? Почему его нужно хранить, а не хоронить? И как он взаимодействовал с товарищем Сталиным? Какие ритуалы на Сталина еще были? Ну, начни с этого хлебного мякиша на затылке. Ну, я его вижу как хлеб такой, знаешь, как пережеватый или вот просто сжатый, вот так мокрый, ну, Перекрученный, да. перекрученный, да. Но я его вижу, почему-то он немножко такой розовый, он не белый. И вот сюда вот. С кровью. Да, вот с Чья кровью. кровь? Человеческая. По ДНК структуре можно выделить этот человек. Вот я по крови вижу, что это человек. И вот как перепечатано сверху. И знаешь, печать такая, вот звезда, серп, молот, что-то там. Ну, вот символизм просто. Вот такое вижу. Кто это делал? Вижу, что это был ритуал. Я вижу, идет информация, малый круг. 6 человек. Тот, который во главе, это я немного путаюсь, то ли Троцкий, то ли Луначарский, они мне почему-то похожи идут Так, и на энергетики чем-то близнецы, похожи. братья. Вот, не знаю, но похожи. Трогаю Троцкий. Ритуал там, жертвоприношение там, человек, убийство. Они почему-то в черном одеты. Этот, которого я как Троцкого посчитала, почувствовала, этот в костюме, но на голове что-то, как шапка какая-то, а те другие, похоже, что в мантиях длинных, черных. Убийство ритуальное, человек привязанный, руки зафиксированы, ноги связаны вместе, зафиксированы, а руки вот так вот в сторону. Типа Иисусик. Да, поза Иисуса вот такое идет. После смерти количество еще небольшое прошло, то есть его еще, как ему разрезают брюшную полость, у него еще кровь идет, но она еще не свернулась, ну понял, еще такая красная. Выбрасывает внутренности, просто выбрасывает. Там стол такой большой. И туда вот как мякушом или хлебом, буханками хлебом просто вот кладут внутрь, пропитывают кровью этот хлеб. Потом что-то еще делают, это не видно, они все наклонились вот так над этим человеческим телом уже. Вот все в кучу наклонились головами туда. А потом это выбрасывают. Какую-то часть берут, отламывают, вот формируют, как снежок такой маленький, ладошкой. А остальное выбрасывают, выносят на улицу. Там у них, не знаю, собаки какие-то, они такие очень худые, эти собаки, как загородка такая, ну, можно сказать, вольер, но она попроще сделана. Ну, можно вольер. И они туда просто бросают, и собаки эти очень голодные, они бьются за этот хлеб, они такие ребра торчат, вот совсем худые уже собаки. И они туда бросают этот хлеб, собаки за этот хлеб бьются и подвывают почему-то. Не знаю, может, им чувствуют человеческие, и мне очень, ну, не знаю, не буду гадать. Просто подвывают. А вот этот Микуш там, один человек, это как служка вынес, а они там возле тела стоят. И тот как вот так лепит. Потом что-то такой формы, но похоже на тыкву или что-то вот, ну, круглое что-то. Берут туда вот этот мякуш, вот просто положили там, где хвостик должен быть, и печаткой этой приставили. А сверху фуражку одели. Фуражка, здесь звезда красная. Чья фуражка? Но чувствуется, что это Сталина фуражка. Просто вижу, что он не ходил. И вот внутри на околышке это не новая фуражка. Вот такая уже, знаешь, внутри потертая, и там видно, что следы вот, ну, не то что засаленная, но немножко такая. Ну, под информация есть. Да. Не новая, скажем так, уже старая совсем. Внутри вот эта вот потертая подкладка такая уже разлезлась немножко.
от того, что много пота, и она уже не черная, а тут как серая такая разлезлась сеточка. Да, вот этот ритуал хорошо вижу. Кто Не делал? идут обозначения. Цель ритуала. Его припечатали и на него ответственность, и на него карму, и на него он кормить собой должен людей. На этого мертвого программу переложили перед тем, как его убирать. Они как-то их поза Иисуса, и они их как-то вот как, знаешь, в одно целое сложили этого Сталина и этого человека. Вот. Троих Наложили на Иисуса, это. получается, и Да. программу этого Да. самопожертвования. Да, наложили вот эти программы И на вот это Сталина. причастие, получается, кровь и И хлеб, да. плоть и кровь. И кормить Налож. не людей, получается, а собак, всех голодных. Да, и все между собой должны. Это на голод, на то, что его ответственность, на то, что произойдут вот какие-то такие события. Видишь, человек умер, и хлеб, и кровь, а потом собаки это жрут и бьются между собой, кусаются. И собаки эти уже с голода доходят такие. Это Получается, те, программа кого на... она кормит, становятся собаками. Он же с кем-то взаимодействует, делится своей энергией. И получается, на них накладывается эта программа голодных собак, которые между собой грызутся и Его едят, его же и едят. его едят, между собой грызутся и, по сути, умирают и становятся, ну, злобными, тупыми. Ну, все человеческое уходит. Да. И сверху то, что припечатывает печать государственную, это как программа для всего государства, это не только для человека, это на символьном уровне, Да, вот на. получается на усыхание Да. тыквы. А тыкву потом используют на Хэллоуин. Этот эгрегор. Ну что, круто. Кто делал? Кроме двух известных иудейской национальности. Я их не идентифицирую как какие-то знакомые личности. Они мне идут просто как служители культа. Это как вот называется у нас в православии это священника, у них это раввины или ребе. Вот я слышу просто ребе. Ну, условные рэби даже. Дабы разжигания не было. Есть же хорошие рэбы, а это плохие рэбы. Ну вот, подсвети всех этих плохих рэбы и теням. Всех-всех, не только тех, кто участвовал. Тогда. Ну и продолжатели их дела. Всех плохих рыбы, которые такое практикуют. Как бы они ни сопротивлялись, не скидывали карму, не прятались в мантиях, в перчатках, в масках. Души теням. Они выдергивают все вместе, забирают у нас это вниз. Все ритуалы, которые они делают, синие пусть расформировывают, забирают именно квантовую часть, чтобы магия распалась. Показывай судье всех таких. Да, приговор. И пантерок, чтобы человеческая оставшуюся часть, вот эти вот мясо, скажем так, утилизировать. Да, там и душу, но Троцкому привязали. Всех таких привязанных душ надо освобождать. Хорошо. На места, где такие вещи были, плевалки, пусть вымывают.
Да, и это вот тыквы там, где этот мякиш тоже вымывают, и фуражка. Ну, фуражку вернуть. Ксения уже отнес. Хорошо. Он еще в ней ходить будет, он не любит вещи выбрасывать. Понимаю. Незачем. Если еще можно носить. А зачем Ленина еще держит, типа? Хотя это не он, но не важно. Сама идея. Посмотри. Зачем Ленина не Да. хоронят? Там идет накачивание через людей. Энергии полностью очень много. И то место, где он находится, там люди шли, 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 каждый чувствует энергию. И как место, где он находится, вокруг него почему-то я вижу много тоже человеческой энергии. Все полностью накладывается на Ленина, как на символ государства, символ государственности, и переподключается к эгрегору некротическому. Это идет программа на расползание, программа на растлевание и программа на смерть для территории большой, которую держит этим символом. Но это так, в двух словах. Смотри, а он умер в 21-й, 24-й, не суть. 24-й вроде официально Четыре, уже. четыре вижу, да. 21-м он начал, там крыша начала ехать. А потом тело. Что с ним делали? Когда он умер? Да. Разрезали. Вытаскивали внутренности. И с головой что-то делали, тоже что-то вытаскивали. Потом такое впечатление, что мариновали. Ну да, типа формальдегид и прочее. А и где оно потом было? Какое-то темное помещение. Или под землей, или вот где-то внизу, по уровням ниже, опущено было. То, что сейчас лежит, это то же самое тело. Мне почему-то идет слово болванка. Ну да, это болванка и есть. Когда подменили, а где оригинальное тело? А несколько раз подменяли. Да. 6 идет число. Или вот 6 сейчас вроде. Оригинальное еще есть? Осталось от него что-то? Что-то осталось. Тело есть и кости есть, оно внизу. Как вроде, я вижу, это же здание, только вот оно в разной плоскости. Это вверх, это низ, оно где-то там внизу, но оно не похоронено. Просто кости вот так сверху лежат. Не должно быть земле дать, ну, придата земле или что-то такое. Связи с землей, да. Ну, как можно иначе энергетическую составляющую уничтожить? Там постоянно вкладывается в эти все болванки, как говорят, ну, как идет мне болванка, там постоянно вкладывается какая-то часть его энергии и что-то вот привязано Да именно я о к ней. чем и говорю, копируется. Вот, а оригинальную как стереть информацию? А если землей присыпать, похоронить и Вот правильно отпустить? связать и отпустить, как это лучше сделать? Может, пантерки съедят просто-напросто, уничтожат. Разрушат энергию. Может, синие могут магию убрать.
Могут пантерки это уничтожить, и синие. Сразу синие, как что-то щеточкой сгребают, а Угу. потом пантерки это все сделают. Ну пусть это делают. А душа Ленина где? Она где-то есть, хранится, она черная-черная, как кристалл светится черным, синим изнутри, а сверху Угу. черным обмазан. Такое впечатление, что ее каким-то образом законсервировали. Вот эта черная, как смолой, она облита. Вытащить могёшь? А чё, не могу? Какие-то на ней как запоры, знаешь, как вот цепями она связана вот так, или кольца какие-то вокруг этого, оно как кристаллик вот такой, только внутри светится каким-то синим, а сверху черное, и вот один, второй, третий, три вот так кольца каких-то, и вот цепями как прибито. Тоже какая-то магия, на символьном уровне запечатлена, ой, запечатан он таким Вот образом. кто в ритуалах в этих участвовал? Да, но я тоже обратно этих же вижу, таких же. Теней и саму душу. Вот я ее трогаю. Из нее говно выливается. Она такая не твердая уже. Даже не кристалл. Не, внутри она переработанная. Это оболочка держит форму. Ну, то, что смола, я вижу. Теням. Смола пантерки. Пусть грызут. Теням тоже не очень нравится, но они слушаются. Пусть жрут. Там же нет души, все. Может, как песчинка маленькая. Вот осталось кристаллик. То, что еще головым чуть-чуть светилось, оно такое Я вот уже вообще. раздавил, да. Светилось именно. Нафиг. И цепи. Рву. Там была тоже какая-то магия наложена, но там было наоборот, как душа русского народа на него наложена. Да. Почему, если Ленин, скажем так, условно не совсем русский, но на него наложили программу, и вот эти цепи, как удерживание всех русских, вот в цепи, вот душу, чтобы закрыть, чтобы поработить, чтобы Ленин, как программа, к которой подключено огромное количество народа было, вот эти все звездочки, вот, ну, все, вся символика полностью, вот даже маленькие-маленькие детки, когда Да, им да, да. надевали вот здесь, вот Ленина цепляли, вот, да, октябрята, да, Октябрятский, да. да, октябрятские, это уже шло подключение к Ленину, и именно вот на уровень души вот сюда они уже налаживались туда как программа, их души должны были быть вот удерживаться этим. Дальше вот комсомол тоже вот значки, да, и потом Пионеры, Ленин. да, все. Вот все вот эти значки, да. Загнали Именно. кучу народу в этот трупак. А этот трупак Ну да, и держали. должны, да, и должны были вот удерживать, это так я вижу почему-то. Отпускаем теням. И даже вот партбилет вот так тоже хранили вот сюда, вот на сердце все держали, все важное, вот к сердцу сюда ложили все документы, и всюду был его вот профиль. Все, кто этим занимался, теням. А синие растягивают на уровне квантовом, убирают из магии вот эти вот основные информационные, как пучки, я вижу такие, что люди были привязаны к этому. Чтоб связи не было. Удерживание души народа. Интересно. Да, даже не народа, а народов, ну вот как весь Да, большой по империя. территории смотрю, да. Да, синие убирают. Убрали уже, ну вот на какой-то части и дальше оно, знаешь, вот так тут по всей территории идет, как светлячки. Да, поливалок туда. И в мавзолей пусть проливают все до самого низу. И вокруг Кремля.
На Красной площади прям ездит постоянно. Там ей много работы. Берет все говно и выливает хороший фильтр. Там одного угла нет, и энергия закручивается и прямо передается. Куда? Эгрегориальная структура какая-то была. Была? Но сейчас она не очень в хорошей форме, скажем так. Если ее видно как такой огромный-огромный. Ну, похоже на мешок или на медузу. Среднее между мешком и медузой. То сейчас она сдутая и как пленка такая немножко покоцанная. Ну, давай еще покуцаем. Давай. Финьки, пантерки. Больше финьки. То они засиделись. Нихера не делаю. Пусть отсоединяют всех, кто и был привязан к товарищу Ленину. Там как нитки такие, знаешь, как дождик серебристый такой. Ну, вот на елку, которую одевают, вот такие нитки. Много-много, они все перегрызают. Хорошо, пусть они этим занимаются. Пусть процесс идет. Это миллионы. Да, больше. Сотни даже. Надо отпустить всех. Около 300 миллионов. Угу. 287 или Но это что-то такое. население СССР все. Пока так. Пусть процессы идут достаточно.